замечательное настроение, ожидаем какого-то шоу феерического, что-то новенькое, что зарядиться позитивными эмоциями, энергией и провести замечательный вечер. Это моя родная страна, я очень горжусь, что именно у нас будет проходить мероприятие такого масштаба. Мы запланировали заранее свой отпуск, решили приехать в Белоруссию. Вот, и увидев рекламы, что предстоят игры, мы решили посетить, поболеть за наших, за белорусов. Я на таких огромных мероприятиях практически никогда не был. И для меня это огромное волнение и куча эмоций. Наш папа, мой муж, он тренер сборной, шведской сборной по боксу. И вот он здесь, мы приехали болеть. Он рассказывал об Олимпийской деревне. На высшем уровне все очень красиво, все подготовлено. Когда мы приехали в Белоруссию, на каждом шагу мы видим очень много деревьев, чистый воздух, и как заходишь в какой-то лес, сразу пахнет соснами и елками. Просто красота. Поля возделаны, дороги ровные, дождь, солнце. Просто супер. Нас поразило то, что страна настолько спортивная, столько много спортивных объектов, столько много поджарых, готовых к спорту людей, что позавидовать можно этому. Иду показывать страну всему миру очень хорошо и довольно репрезентативно, представляете. Вот интересно посмотреть, никогда не была на таких вот масштабных мероприятиях, поэтому очень интересно. Мы ждем какое-то грандиозное шоу. Мы слышали, что будет какой-то иностранный гость, что это сюрприз и секрет. Слышали, что будет нетрепка, будут еще какие-то исполнители. Но, конечно, открытие – это всегда интересно, открытие и закрытие любых игр. Когда-то режиссерская группа в Астане, в Нур-Султане, проводила Азиаду и День независимости. Поэтому нам интересно, какие новые в Беларуси, какие в Минске покажут режиссерская группа приемы. Мы очень любим борьбу, гимнастику. Постараемся посетить побольше наших видов спорта, которые принесут нам удовольствие. Мы пойдем еще к вам на игры, будем болеть за наших ребят. Мы пойдем на стритбол. Просто за нашу страну болеем. За дружбу. Главное, чтобы, да, был положительный результат. Это очень важно для нашей страны.